Так, решила заснять, что вышло с коньками. Ну, вот они, собственно, с четырех сторон. Кстати, увидел недостаток. Вот тут выпирает кусок крыши. Ну, подрежу там аккуратненько как-то. Значит, вышло, что с двух сторон. Ну, да, где соединяется, да, то это вдоль разрезанная спичка, положенная с одной стороны, посредине там спичка вдоль разрезанная ребром с другой стороны, и сверху таким полукругом спичка, закрывающая щели. Значит, сейчас посмотрю. Вот я. Надеюсь, там видно. Рука дрожит. Значит, посредине ребром стоящая. Ну, может, вот тут лучше будет видно. Но... Короче, да. Все там смешалось, плохо видно. Но это выходит довольно-таки красивенько в таком варианте. Если бы угол был поострее, вот соединяющий вот эту и эту часть, то есть вот тут, то можно было бы верхнюю чуть поменьше сделать, и оно бы вышло более элегантно, так сказать. Значит, здесь сверху, где четыре окна, вот эти треугольники, это для ломаной крыши. То есть не просто вот так вот конусом, ну, пирамидкой, да, как тут, только с большим углом сделать. А еще, чтобы была ломаная такая. Ну, посмотрим, как у меня выйдет. Вот, пока так, значит. Вот там от пола до начала окна вышло не 6 спичек, как обычно у меня в масштабе к воображаемому человечку, опять же таки, а на 7 она начинается. Но с другой стороны... Это не так уже и плохо, потому что потолок, получается, уже отсюда будет. Ну, да, где ломаная крыша, да. То есть, ну, в принципе, то, что оно немножко выше начинается, это нормально. Буду еще выравнивать и все такое. А, хотел еще сказать. Вот, когда вот такое остается, ну, именно не выпирающая часть, а вот так, мне это меньше нравится, потому я все это закрою. Вот так вот, опять же таки, вдоль разрезанной спички. Ну, это кривая, просто для примера показываю. Вот, ну, пока все.